КФУ прошли полуфиналы Кубка университета по мини-футболу. В первой встрече сыграли команды Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института физики. После гола команды СФН в первом тайме физики ответили тремя мячами. Ближе к концу матча Институт социально-философских наук отыграл один из них. Итоговый счет 3-2 вывел Институт физики в финал Кубка. Во втором полуфинале встретились команды Института управления экономики и финансов и юридического факультета. В первом тайме юрфак забил два мяча. Их соперники ответили одним голом. Второй тайм начался с еще двух мячей юристов, на что ИУФ ответили двумя ответными голами. В конце матча между игроками произошел конфликт и завязалась потасовка. Юридический факультет обыграл соперника 4-3 и прошел в финал. Была игра рукой, я поставил пенальти в ворот юрфака. Понятно, что у игроков юридического факультета, скажем так, они были крайне не согласны с этим, так как считали, что игры рукой не было. И так как это все это нервы, последние секунды матча, путевка в финал, то это, естественно, сказалось на их эмоциональном состоянии. И они, к сожалению, не смогли сдержать себя. И вот возникла эта небольшая потасовочка. Финальный матч вы можете посмотреть в группе нашего телеканала в социальной сети ВКонтакте. Прямая трансляция пройдет 5 декабря в 19:30. Артем Тупичкин, Роман Полинсков, Александр Юдин, Универньюз.